Странно как-то. Но за 39,90, я думаю, они могут себе позволить немножко не дорезать отверстие. Хотя, в принципе, у них таких проблем не наблюдается. Дешевая альтернатива, если очень сильно хочется попить американо, можно обратиться в бургер. Он у них крепкий на тройку, ну и по вкусовым качествам где-то ближе к четверке, потому что он темный, насыщенный, не жидкий, как вода, не прозрачный, как в некоторых кофейнях кофе. Ну, в принципе, нормальный, довольно-таки сносный. С той особенностью, что это всего лишь почти 40 рублей. Очень даже ничего. Если захотели очень сильно сэкономить, то без проблем можно взять в бургере. Ждать особо долго не надо. Дают сахар, лопату и еще целую салфетку, как бонус. Есть где разгуляться. В общем, как-то так. Можно смело рекомендовать.